Так, господа, на повестке дня москвич. Значит, поменяли мы воздушный фильтр. Вот этот патрубок еще на подачу. Он был там все уже мертвый, под подсосом воздуха. Поэтому бензин нормально не поступал. Ну и вот эту прокладочку еще тоже поменяли. Также у нас оторвался еще тросик от педали. Тут я его снимать не стал. Там все достаточно просто. Здесь он выдергивается. Ну, короче, вот он идет туда, в салон. Ходит. Купили новый тросик, 150 рублей. Все, его прокинули на педальку. Нацепили. Все. Все у нас запускается. Вот здесь видим вот это масло, а вот это что такое коричневое, не знаю, что-то смешанное с грязью, в общем, капает. Будем, надо будет это все вот это помыть. Здесь морду я специально разобрал, чтобы вот с этой стороны помыть и посмотреть, откуда все это льется. Ну и, наверное, на эстакаде еще лучше всего это сделать. Вот, доехали до мойки, сполоснули немножко, он почище стал. Ну вот, будем продолжать сейчас ковыряться. Господа, запустили мы москвич. Стоим сейчас на небольшом подсосе. Двигатель еще не прогрелся. Обороты чуть выше 1000, но вот они там плавают, пока карбюратор еще не регулировали. Немножко вытянул. Вот он, родной. Там движок, антифриз у нас не уходит, вроде как там все нормально делалось. Проблема у нас с тормозами, жижи вообще нет, то ли она где-то вытекает, вот все в таком состоянии, возможно, через трубки вот эти идет где-то, возможно, просто, не знаю. Ну, короче, в общем, будем заливать, пытаться прокачивать и смотреть, где-то бежит она или нет. Так, ну и у нас идет H-масло. Вот оно капает. Откуда-то, вот отсюда. Сейчас мы тормоза восстановим. Тут можно было на нем передвигаться более-менее спокойно. Поедем, помоем движок. Ну и будем дальше смотреть, что там и как с ним делать. Если кому-то нужен газ, отдам по чисто символической цене с редуктором, с баллоном. Обращайтесь, пишите в комментарии. Так, проверяем тормозную систему. Сейчас будем прокачивать тормоза. Значит, сразу вот здесь у нас лопнувшая, но обмотка. Там он вроде как еще целый, но, скорее всего, под замену. Так, вот у нас тут клапан. Его будем откручивать, снимать, и вот здесь у нас вот тут, где все трубки идут, тут сыро, тут дальше сыро, тут она на смотке, и нет, вот уже сразу соединение. Там дальше
тоже. Ну и вон видим сразу. Масло с коробки текает. Это будем делать в следующем. Здесь вот тоже треснутый уже весь. В общем, сейчас постепенно будем смотреть, чего и где. Будем качать. Увидим, где бежит. Так, качаем тормозную. Выгоняем воздух, прокачали сначала правая. Сейчас левая. Раз 5, значит, накачиваем, потом держим педаль тормоза. Этот приоткрываем. Давай! Давай, держи! Ну вот, я не знаю, видно на камере, нет, идут мелкие пузырики. То бишь воздух в системе есть. Ну и так сейчас будем делать несколько раз, пока они не перестанут идти. Так, друзья, передние прокачали мы. Сейчас подняли жопу. Будем прокачивать задние. Также сначала правая, потом левая. Жижа чуть-чуть ушла. Сейчас зальем и дальше качаем. Так, друзья, сделали мы частично работы по москвичу. Он у нас оживает, уже запускается. Тормоза прокачали. Соответственно, сейчас нам нужно понять, где идет течь масла. И, скорее всего, там бежит, видимо, антифриз через помпу. Поэтому следующим этапом будем смотреть, что и где там бежит. Ну, соответственно, помоем движок немножко, чтобы было более понятно. И будем надеяться, что совсем скоро он станет совсем живым. Ну, а вы пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть по итогу этим москвичом. Мы еще сами не решили делать тюнинг или... Ну, в общем, пока не знаем, что с ним делать дальше. Поэтому ждем от вас советы, комментарии, что дальше делать замечательной машиной. Спасибо, что смотрели этот видос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем огромной удачи и пока!